Работа по созданию пешеходного маршрута длиной около километра между парками Малевича и Мещерским начались в июле этого года. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина осмотрела дорожку и отметила, что ее благоустройство укладывается в ранее намеченные сроки. Проект разработан в рамках поручения губернатора региона. Процесс его реализации контролирует Одинцовское отделение «Единой России». Часть нового маршрута будет проходить по территории лесопарковой зоны микрорайона «Новая Трехгорка».